Сегодня вам всем предстоит возможность принять участие в республиканском проекте «Прошагай город». Инструктаж и в путь. Шагать по городу отправились работники библиотек и городского музея. Среди них семья Шалафаевых. Выходной день для них не повод сидеть дома. Молодые родители с сыном всегда за движение и новые знания. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, мы посетим интересные места, известные памятники культуры. Подобный квест в Нижнекамске прошел впервые. Две команды, два маршрута. Участникам нужно было не просто шагать. Они разгадывали загадки, вели фотоотчет. Команда, проходя этот маршрут предложенный, фотографируется около интересных объектов, памятных мест, достопримечательностей, памятников, музеев, там, гостиницы, кафе можно. То есть что представляет интерес для туристов. Они будут отгадывать загадки шарады. На каждой точке их ожидает логическая задача, в которой кроется ответ, какая следующая точка. Квест «Прошагай город» – не просто развлечение, это реальная возможность развивать Нижнекамск в туристическом плане. Все интересные объекты будут отмечены на онлайн-карте Google. Например, сейчас там появится дом строителей 5 – настоящий исторический объект, первый заселенный дом нашего города. У нас вообще 4 маршрута на город пока разработано, и мы сегодня опробируем только 2 маршрута. Один из них опробируется по школьному бульвару до парка «Семья», а второй как раз по старой, так скажем, исторической части нашего города до парка «Тукая». Проект «Прошагай город» прошел при поддержке Фонда развития моногородов. Участникам квеста прогулка понравилась. Повторить ее может каждый. Для этого нужно просто желание. Ну а посмотреть у нас есть на что. Тем более, что сейчас можно найти интересные исторические маршруты на карте Google. Сергей Толмацкий, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.